сегодня покатаемся в Полесске, наш любимый город Полесск. Здравствуйте! Будем кататься вместе с нашим братом Иваном.
Скажите еще раз, кто там летает? Орлан белохвостый. Орел называется Орлан белохвостый. Mm-hmm. Размах крыльев до 2,5 метра. Валерий Милан, ада Элан, деган экор пути, я сюда трамплан, из сини, из китра сини, паняк, Элан, деган экор пути. Лебеди вот здесь были. Лебеди сейчас будут. Bukan laut tapi teluk, namanya Teluk Kursky. Курский залив, недалеко от Полеска, вот тут деревня называется Заливина.
отсюда до Литвы еще 50 километров. Отсюда до Курской косы еще 30 километров. Вот такой наш Полесск. Banyak sekali angsa. Umumnya makanan harian mereka adalah ikan. Dan di sini pertemuan Sungai Dema dan Teluk Kurski membuat tempat ini begitu banyak ikan. Angsa-angsa putih. Thank you.
вот этот маяк восстанавливается, где вот деньги, выделили. И дары всех, которые подготовили, и научи нас делиться хлебом и радостью с другими. Через Христа Господа нашего. Аминь. Приятного аппетита. Спасибо. Я проснулся очень рано сегодня. И помолился и пошел. Вчера были, говорят, наши штуки. Я видела. Я вот эти такие радостные. Я так рада за них. Я не перечитала. Я не знаю историю до.